Значит, отдохнул, скажем так, новый русский в деревне на пикнике, шашлычки, вино, водочка. Да так надохнул, что нажрался, блядь, и проебал свою цепочку с груди. Ну, цепочку. Вызвал братву, блядь. Поставил всю деревню на уши, выстроил в шеренгу. И, значит, как генерал, блядь, идет. На каждом рвет рубаху. На первом нету. Второй, третий, четвертый. Оп, цепочка. Он так, где взял? Он говорит, шел вчера я, смотрю, блядь, валяется мужик в канаве. Блядь, я его взял и в жопу выебал. Потом позвал брата, свата. Короче, так мы его всей деревней выебали. Вот я, говорит, на память взял. Мужик, ну, в смысле, на русский смотрел, смотрел, такой, да, хороша цепочка, но не моя. Ha 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 ha!